Куда-то привет, по-моему, девятку. А мы сейчас с Леной едем в Токс. Да. А теперь... Меня все видят. Вам удобно сидеть? Вот он мостик. Смотрите, обратите внимание, кто будет смотреть, вот такая, такой пейзажик. Ну, что-то он вроде запомнил, детство, что-то такое есть. Будем надеяться, на что помнится. Основное место катания все-таки, видимо, было вот в той стороне, в этой части. Мы сейчас попробуем подойти. Ну вот этот ландшафт узнаваем. Конечно, он не так был застроен, как сейчас можно увидеть внизу. Но вот эта возвышенность, я не похожа.